Природу нужно защищать и беречь. С этим согласны без исключения все собравшиеся на областном слете экологических отрядов. Более 100 ребят со всего региона приехали в Иваново, чтобы рассказать единомышленникам о результатах своего труда. Весь 2017-й школьники сажали деревья, проводили субботники, готовили научные проекты природоохранной тематики. Кроме того, ребята в этом году, поскольку это не только год экологии, а еще и год особо охраняемых природных территорий, они уделили большое внимание исследованию именно особо охраняемых природных территорий, памятников природы, и также участвовали в их паспортизации. Это тоже очень важно. Украшением слета стала фотовыставка и конкурс рисунков. Ребята напомнили, что на планете живут не только люди, но и животные, а масштабная вырубка деревьев лишает зверей дома. Собственными силами школьные экоотряды стараются восстанавливать лесные фонды Ивановской области. Мы участвовали в акции «На радость людям». Это уборка в парке, экологическая уборка. Также принимали участие в акции «Зеленая страна». У нас у школы есть свой питомник, мы сажаем там деревья и кустарники. Лучшие отряды наградили грамотами за активное участие в деле сохранения природы родного края. Особенно отметили юных экологов из Вичуги и Шуи. Слет стал уже традиционным, проводят в 12-й раз. В этом году интерес особенно высок, все-таки год экологии. Слет экологических отрядов – это представление лучших практик эколого-биологического направления дополнительного образования детей среди учащихся Ивановской области. В нем принимают участие не только школьники, но и представители учреждений дополнительного образования, иногда и профессионального образования. Всех желающих пригласили в ближайшую субботу в ИГХТУ. Там можно будет пройти экологический тест и проверить знания о природе Ивановской области. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.